Вот, собственно, и курган впереди. Странное чувство при приближении к кургану. Легкое такое, как бы, как недомогание, что ли, слабость такая, успокоение. Как бы изменяется внутреннее состояние, это однозначно. Ведь курганы в древности были проводниками между прошлым и будущим. Ибо настоящего нет, это всего лишь иллюзорный миг массового интеллекта, массового разума.